самое оно. Кончается. У меня нет цели.
Извращенцы! Бензин кончается.
Извините, гады. Маляр. Ха, ну надо такое придумать. Биотеррорист. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Биотер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай, только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай, что не будешь привлекать к себе внимание. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы, понимаешь? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю младшего братца. Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Вот тебе раны. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером? О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня, неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху «Маляр». Братишка, да успокойся ты. Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. Погоди, там вроде сирены.
Сейчас проверю. Так, Дест только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. Редж, туда идет автоколонна Деза. Держись от нее подальше. Скорее всего, там полно людей Деза, которым приказано стрелять на поражение. Ух ты! Прости, что прерываю эту вдохновляющую речь. Ты первую жертву опознал? Нет, ничего. Этого человека нет в базе. А ведь такой, как будто у него как минимум пара приводов за наркоту.
Нет, держи проводника! Ну, флаг вам в руки! Да, у этого проводника есть свой стиль. Этакий злобный Зорро. Так, мне нужны... Я в курсе, лицо и раны. Ну, если это не трудно. Вот, лови, раны сейчас будут. Не нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер. Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Ах ты! Что ах ты? Что? Делсин, ты как? Я наш... Нет, не стреляй! Я Будь тебя осторожен. Не трону! Не банальный совет! Спокойно, спокойно! Я один из вас!
То есть один из нас. Да стой ты! Я ничего тебе не сделаю! Особенно если не догоню. Стой! Вернись! Ну и катись себе. Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд. Хочу суперскорость. А не лопнешь? Вот что странно. Перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ты бы видел, что он вытворял. У него там лазер или еще что. Заиметь бы такую силу в пару к дыму и уже тогда идти к Августине. Не спеши. Его сперва нужно найти. Ну, тут все говорит об одном. Это не снайпер, а снайперша. То есть как? Да это сразу понятно. Это самая девчачья снайперская позиция на свете. В каком это смысле? Не знаю, просто девчачья. Девчачьи шмотки, имя, бренд, выжженное на стене. Красивым почерком. И в конце концов, это логово убийцы очень приятно пахнет. Понял, ладно. Пришли мне фотки всего, что покажется важным. Точно, скорее всего, принадлежит женщине. И я так решил. А кто такой бренд? Понятия не имею. Вот это да. Серийный убийца читает Джейн Эйр? Джейн Эйр – это над пропастью во ржи для девочек. Понятно, что это женская обувь. Да, у них минус первый размер. Ну, еще что-нибудь есть? Сейчас поищу. Ну, это определенно зацепка. Да, это зацепка. Шансы невелики, но я все-таки параллельно пробью по базе имя бренд. Вдруг повезет. Знаешь, если бы у меня были дым и лазеры, я мог бы устраивать шоу прямо в гостиной. Хоть какая-то польза была бы. Знаешь, Редж, я тут думал про ее лифчики. Не надо. Не надо думать про лифчики. И я вот встречаю Августину и такой пуф-пуф дымом ей в рожу, а потом такой пиу-пиу лазерами по заднице. Хороший план. С
Слушай, есть совпадение. Имя Брент Уокер. Арестован 2 года назад за хранение наркотиков. И еще. Через 2 месяца его труп нашли в переулке. Причина смерти – ранение в грудь неизвестным колющим предметом. Высылаю тебе адрес. Да, у нашей крошки реально зуб на дилеров. Похоже на то. Странно. Если она расправляется только с дилерами, почему в новостях говорят, что она убивает всех подряд? Типа, кто под руку подвернется? А что странного? Ну, по уму Дес упирал бы на то, что жертвы не были случайными. Чтобы законопослушные люди не дергались, так паники было бы поменьше. Ты хочешь сказать, что Дес пытается напугать людей? Их задача пресекать панику. Это поможет. Эй, я в переулке, но тут какие-то бандиты с пушками барыжат наркотой. Не хочу читать тебе нотации, но долг каждого сознательного гражданина в подобной ситуации вмешаться. Значит, теперь ты хочешь, чтобы я убивал своей силой? Я не говорил убей, просто выпьем, напугай, уничтожь товар. Элсин, я слышал выстрелы. Ты их убил? Я пытался исполнить гражданский долг, а они свой преступный долг. Ворота в переулок заперты. О, на заводе тебя это не остановило. Редж, ты бы это видел. Наша попрыгунья спец по граффити. Первоклассный. Да, только не забывай, да уж, что она еще и деваха не промах. И тоже первоклассная. Лучше не оставлять зажженные свечи. Алтарь, как мило. Это даже трогательно. Ну да, только трогать можно по-разному. А вот и главная достопримечательность. Ух ты, а это уже диагноз. Значит, она покупает рыбную похлебку в ресторане, приносит ее сюда и ужинает тут на пару с неоновым брендом. Знаешь, на Аляска Вэй есть рыбный ресторан у Олафа. Там самая большая неоновая вывеска в городе. Если бы я питался ухой неоном, там бы и зависал. Ну, я пошел. Thank you.
Эй, мистер, подпишите петицию в поддержку борьбы с наркотиками. Надо что-то делать, а то вся молодежь будет как Проныра Уокер. Проныра Уокер? Она была наркоманкой, а потом стала биотеррористкой. Все из-за этой отравы. Нам нужна ваша помощь, чтобы очистить улицы от этой грязи. От грязи? Эй, вы либо с нами, либо против нас. Что это за книжка, ну в которой написано, кто из вас без греха, первый брось камень? Радикал. Ух ты, я поражен твоей выдержкой. Ну, может, все-таки подождешь рядом с вывеской, а? Там ты привлечешь меньше внимания, а она рано или поздно придет туда подзарядиться. Да, и там наверняка меньше людей, которым хочется надрать зад. И это тоже. Кстати, это была Библия. Я цитировал Библию, на случай, если ты не понял. Я понял. Теперь надо где-то спрятаться. Да, всю жизнь мечтал. Шпион в стиле бомжа. О, как пахнет. Почему я не забрала деньги у тех дилеров? Деньги, не бойтесь меня. Давайте дружить. Идите ко мне. Будем вместе. Не бойтесь! Я... Опять, что ли? Это же как в тот раз, Делсвин. Соберись. О, нет-нет-нет, ты не уйдешь, только не от меня. Не трогай меня! Она уходит. Ты умеешь бегать по стенам? Глазам не верю. Да она спринтер! Давай, давай! Они это заслужили! Мне нужна еще пара дней! Ну и скорость. Я доведу дело до конца. Давай, Делсвин, поднажми. Не трогай меня. Нет, нет!
успокойся, ты слышишь? Расслабься. Назад, я не вернусь! Не трогай меня! Хорошая новость, ей негде заряжаться. Плохая, мне темно. Не пытайся меня убить, и тогда реклама пива еще немного поживет. Я сюда не вернусь! Какой класс! Я больше не слабая. Не слабая! Даже не щекотно. Я не работаю на Августину! Ее робот, как и остальные. Сколько тебе раз? Подожди, они реально роботы? Мне просто нужны твои способности. Не трогай меня! Эти способности вы же есть. Удивите меня. Вот это мне пригодится. От меня не спрячешься. Куда ты подевалась, чтоб тебя? Умница! Я туда не вернусь! Я слышу твое дыхание! Или это мое?
Я никогда не думала, что окажусь одной из них. Моя сила стала для меня открытием. Родители меня сдали. Они понимали, какая участь меня ждет, и все равно вызвали копов. Я не знала, что делать. Но мой брат Брент просто схватил наши куртки, и мы сбежали. Это было трудное время. Мы скитались по городам без гроша в кармане. А потом мы встретили дилеров и попробовали наркотики. О да, с наркотой мы обрели рай. Но нам все время было мало. А ломки были ужасные, настоящая агония. И когда тебе нечем ширнуться, когда ты начинаешь думать, что у тебя украли заначку, из-за наркотиков, из-за боли можешь совершить такое! О, боже, Брент, я... После этого меня сцапали без особого труда. Но я попала не в обычную тюрьму. Меня учили стрелять, учили убивать. И когда я сбежала, я пустила все эти навыки в ход. У меня было все, чтобы свершить месть. Брент, обещаю, у каждого встреченного дилера я выжгу на груди твое имя, чтобы больше никто не страдал, как мы. Я положу этому конец. Делфин, ну ты живой? Что это было? Ты молодец. Молодец, брат. Ну-ка, вставай. Вставай. Ничего. Ты молодец. Я знаю, куда упрятать эту дрянь. Там Августина ее точно не найдет, и она уже больше никого не тронет. Нет. Она борется с наркодилерами. Борется? Делсин, да она их просто убивает. Ну а я что делаю с Дэсом? Тебя вынудили! Ты спасаешь свой народ! Нет, оставь ее. Нет, душ нет! То, что у тебя с ними общая болезнь, а не дар, не значит, что мы собираемся водить дружбу со всяким сбродом. Так, я пойду с тобой до конца, ты понял? Но ей место в клетке. Эй! Вопросы проводников решаю я. Ни ты, ни мы, я. Вот как? А мистер Беззаботный приживал и решил взять на себя ответственность. И за кого, а? За убийцу, биотеррористку? Еще слово, Редж. И я разобью твой красивый носик. Ладно. Завтра она убьет чьего-то отца, а послезавтра чью-то мать. И ты будешь за это в ответе. Переживет. Ага. Поговорим? Давай. Да, Редж, извини. О, кого я слышу? Что, собрание клуба проводников окончено? Я просто хотел с ней поговорить. Вдруг он... Сот.
Она нам поможет. Только вот не надо мне тут опять губы надувать. Терпеть этого не могу. Ты же знаешь, таких людей нельзя оставлять на свободе. Ты не забыл случайно, кто еще относится к таким людям? Это другое, ты не такой. Да, я знаю, я твой брат. Так вот, твой брат просит, чтобы ты помог ему выжить. Если не ради меня самого, так хотя бы ради нашего племени. Ладно, что тебе нужно? Спасибо. Мне надо узнать, на что еще годится эта новая сила. А по ретранслятором ты у нас эксперт. Все, отправил. Это ради племени и тебя. Спасибо. Расскажу, что получил. Я знать не хочу, что ты там получишь. Пока, Реджи надутые губы. Проныра, тебе попадались такие светящиеся дезовские ящики? Ага, видела такие. По-моему, это чтобы нас выслеживать. Ну, а я придумал, как из них выкачивать энергию. Вот хочу попробовать усилить неоновую способность, которую ты мне подарила. Подарила? И я подумал, может, сгоняем вместе? Научишь меня каким-нибудь новым трюкам? Я сегодня квоту по наркодилерам уже выполнила, так что можно. Умница моя. Да иди ты. Вроде один такой ящик должен быть на углу второй и Мэйн. Да, я видела. Встретимся там. О, вот это да! Это не может надоесть. Ранера, нам сюда. Мне и тут хорошо. Не хочу лишний раз светить. Справляйся сам, Ди. Вы тут не видели девушку? Невысокая такая, волосы фиолетовые. Без пощады, огонь на поражение. Опа, я его только задел. Не за что! Я слышала стрельбу. Говорил же, нас отслеживают. Я думаю, это был просто патруль. Ну, я нашла еще одну такую штуку. Я оставила тебе метки. Видишь? Неоновый маркер. Да, вижу. Следуй по меткам. Получай! Не будешь больше отраву толкать, так тебе и надо. Эй, курилка, присоединишься? Да, тебе нужна помощь? Не то чтобы нужна, но валяй! Ты тут разберись, а я поищу другие ящики.
Чувак, ты в норме? Да, тебе нужна помощь? Не то чтобы нужна, но валяй! Ты тут разберись, а я поищу другие ящики. Топливо на исходе. Пора на заправку. Так, вроде нашла еще один. Просто следуй по меткам. Ну как, нравится убивать дилеров? Кайфово, скажи. Да, но почему бы заодно не прищучить настоящих подонков? Все бесишься из-за активистов? Ну а чё, покончить с ними? Вот это было бы реально кайфово. Ладно, как знаешь. Добудь себе новые способности. Полная зарядка. У меня нет цели.
Вон он. Иди трясись в свое удовольствие. Ты первый. Так-так-так, Проныра, похоже, ты расширяешь свои горизонты. Что, у кого-то закончились наркодилеры? Эти идиоты меня достали. Но я их не убила. Просто немного поработала лазером. Да, но тебе же понравилось, признайся. Знаешь, когда мы активистов прессовали, я аж прям завелась. Как тебе надоест искать эти ящики, может, повторить? Нашего посла.
не знаю, что это, но слышно было даже здесь. Ну, вообще, если вдруг захочешь лично в таком поучаствовать... Я подумала над тем, что ты сказал насчет этих тупых активистов. Да? Да. Они что-то стали меня бесить. Я думаю, пора их проучить. Ну, как только подвернется случай, так зови. Ага. Это прямо как свидание со смертью. Если что, я тебе свистну. Ну чё? Наши ненавистники собрались на парад. Готов? Готов. Всех ненавижу. Похоже, Дес поддерживает этот клуб ненавистников. Да. Как там говорится, друг моего врага не умеет выбирать себе друзей? Это так удобно, что они все собрались в одном месте. Поджарить кишки тому лидеру, может, тогда он заткнется. Он должен прийти на одну из этих встреч. Будем их разгонять, пока не найдем его. Мне нравится ход твоих мыслей. Ну, кто быстрей?
тебя обогнала, но можешь сделать первый выстрел. Эй, вот один фокус, который я называю лазеры! Они такие милые, когда спят. Но их брехливого лидера нигде не видно. Будем крушить все подряд, пока не найдем его. Ха, танцы до утра. Ладно, я пойду за тобой. Ненавистники! Прочь из генофонда! Надоело мочить этих мелких сошек с плакатами. Где главный злодей? На следующем митинге. Надеюсь, иначе я сделаю то, что все равно собиралась сделать. Ну тогда давай оккупируем еще немного ночи. Это было не так уж весело. Извини, что бросила тебя. Тебе не надрали задницу? Я даже не заметил, что тебя нет. Я вышла на их лидера. Я у западного конца туннеля Пайонир. Иду за ним. Западный конец туннеля Пайонир. Я скоро буду. Его сопровождает Дес. Они въезжают в туннель. Я не... Проныра? Проныра! Черт!
Западный конец туннеля Пайонир. Интересно, она в туннеле? О да, тут точно была Проныра. Я очень вас прошу. Извините, я тут на задании. Простите, у меня свидание. Я же сказал, извините. Thank you.
Пропустите, пропустите! Ранера, держись, я иду. Да сколько вас тут? Куда эта дура ломанулась одна? Пропустите, пропустите! Ранера, держись, я иду. Да сколько вас тут? Пропустите, пропустите! Ранера, держись, я иду. Да сколько вас тут? Куда эта дура ломанулась одна? Да, незаметным таким. Слушай, на выходе из тоннеля миллион дезовцев, так что выходи медленно и притворись испуганным. Ладно, это будет несложно. Они думают, что тебя поймали, а ты им... Ха.
Да, вы конкретно меня обложили. Какой у нас план? Навалять им. Навалять – это не план. Прихвостень, Дэд! Ну, не выделывайся. Да я бы справился. Да я бы справился. Пошел ты, Делфин. О, клево. Так, какой у нас план? Навалять им. Навалять – это не план. Да я бы справился. Неплохо. О, клево. Ну, не выделывайся. Ночью город красиво выглядит, да? Ну, то есть огни и вода. О, боже! Ты что, превращаешься в девчонку? Нет, раз не нравится, могу помолчать. Пошел ты, Делфин. Прихвостень, Дэд! Ага, пусть подходит. Да я бы справился. Меня на углу 5-й и Уолл посылка ждет. Ага, иди за своей посылкой, а я тут буду жизнью рисковать. Поверь, тебе понравится. Ну вот, я все. Молодец. Жду тебя на углу 5-й и Уолл. Будет круто. Эй, Делфин, включай камеру. Мне есть чем порадовать зрителей. Готов. Не надо, не надо. Привет, Америка. Мое имя Абигейл Уокер, но для друзей и врагов я проныра. Есть две вещи. Первое, я дружелюбна. Второе... Я никогда не убиваю невинных. И это факт. Скажете, я чудовище, но я не виновата. Из-за вашей ненависти у нас просто нет выбора. Так кто во всем виноват? Может, вы? Эффектный финал. Это был экспромт. Да? А остальное? Как я его продырявила? О, очень зрелищно. Обалдеть. Столько энергии. Куда бы ее деть? Ну, там еще толпа на параде. Перепихнемся. Толпа подождет.
Эй, может, найдем место, где нас не расстреляют? Еще на этапе прелюдия. Нахрен прелюдия. Хотела сказать тебе спасибо, жеребец. Извини. Ты под конец стала лазерами бабахать, просто... Давно уже не испытывала, ну... Эй, чересчур много интимных деталей. И хорошо, что чересчур. У нас все должно быть чересчур. Рано или поздно они нас прикончат. Так что пока надо ловить момент, хватать быка за яйца, ковать железо и делать из него парные кольца для сосков. Я тебе говорю, живи быстро, умри молодым и забери с собой побольше солдат Десс. Нет, мэм, я собираюсь выжить. И ты тоже. Не надейся, мисс Оптимизм. Делсин, прошел слух, что Десс наращивает присутствие в районе фонарей. Что-то там их очень сильно заинтересовало. Значит, мне туда. Недалеко отсюда как раз есть мост. Потрясающе! Телефонная конференция. Привет, Проныра. Абигейл, ты забыла упомянуть, что Десс обрушил этот мост, как и 520-й. Слышь, бессильный, не построили и не сломали еще такого моста, по которому не пройдет проводник. Имеет смысл попробовать, Редж. Ну, похоже, теперь ты в надежных руках, можно не волноваться. Знаешь что, позвони мне, как доберешься. Как ты только его терпишь? Он за квартиру платит, я к мосту. Я им всем дался.
Огненный сокет. Человек из сказки и баллончик краски. Thank you.
Надо срочно заправиться неоном.
Я сделал мир лучше.
Привет! Бумага? Ну и проводники пошли. Стой! Это Да притормози ты! Thank you.
Разуй глаза! Раныра? Нет. Хорошо бы фотку сделать. Не про Ныра, хотя похоже. Бумажный голубь? Наверное, это его кошелек. Всегда пожалуйста. Ладно, биотеррорист, я пошел.
Ай да Делсин, ай да сукин сын! Ох, вот это зря! Сейчас будет круто! Автоматические пушки? Ну так нечестно! Ага! Их ахиллесова пята — это задница. Ха, я в тебя верила, Делс. Надо по этим пушкам сзади бить. Да, а понятно, будь здоров.
Да, а Полят-то будь здоров. Ничего себе пролом! От машины тут толку мало, хотя сойдет за трамплин. Что, надоело за своими игрушками прятаться? Сорвало, вы в курсе? А, ты меня узнал? Как же, как же! Это ж вы взяли меня на месте преступления и потом просто отпустили. А ты изменился? Это вы про дым? Ну да. Говорят, ты освоил новый трюк. Пополняешь арсенал? Не знаю, откуда такие слухи у вас. Я рядовой владыка дыма. Посмотрим. Ну, пока что я ничего не ощущаю. Что-то они становятся все больше и больше. А поддаваться ты, наверное, не станешь, да? Насчет неоновой штуки, но я могу нам обоим сэкономить время. Мне всего-то
Надо перекачать из вас немного силы. Ты хочешь взять у меня мою силу? Но мне ж не надо там мосты топить и все такое. Я хочу вытащить из моих друзей бетонные клинья, да. И больше я никогда не стану вас беспокоить. Есть идея получше. Когда ты в своей лачуге, от тебя нет никакой пользы. Оставайся лучше здесь, со мной. Не, моя идея получше. Делсин. Ты разочаровал меня. Нет! Не смотри вниз, не смотри. Ладно. Район фонарей. Сюда-то я и шел. Просто не спешил. Mm-hmm.